мы приехали на Хонде, чтобы поесть суши. Да, здесь очень много японских ресторанов также, поэтому сегодня мы будем есть суши. Вообще, те суши, которые мы представляем, в Корее их нету. Все вот эти виды Калифорнии и прочее, они изобретены непосредственно в России. Их нету как в Японии, так и в Корее. Но в последнее время становятся популярными роллы, поэтому появляются разные виды. Они, конечно, очень далеки от тех самых русских, но тоже можно полакомиться. Вообще, я очень люблю улочки Хонда за то, что они такие уютные, молодежные. Здесь очень много магазинов дизайнерской одежды, непопулярных корейских брендов, с очень хорошим качеством. А также всяких интересных закусочных с нестандартным меню. Как видите, в этом ресторане достаточно большой выбор ролл по сравнению с другими, но также большое количество суши, именно вот сашими, которые выглядят таким вот образом. Мы заказали 15 сашими. И два ролла. Один острый, а второй это вот такая Калифорния. Ну, на самом деле очень далеко от нашей Калифорнии по вкусу, но тоже очень вкусно. В Корее также помимо вашего заказа всегда есть какой-нибудь сервис. В разных кафе и ресторанах он разный. Вот здесь нам принесли салат, суп мисо и также еще был удон. Все вместе было очень сытно. Мы последнее уже доедали с трудом, объелись от пуза. Всем спасибо за просмотр, а также для любителей погулять по улочкам, вам небольшая экскурсия по ночному Хонде. Приятного просмотра!